Мисс Ханни научила нас читать длинное слово. Это слово «библиотека». Ты это не прочтешь, даже если я посажу тебя в душегубку. А мы учили стишок. Как мило, мы учили стишок. И что же это за стишок? Миссис Д, миссис Ай, миссис Ф, Ф, Ай, миссис Си, миссис Ю, миссис Л, Ти, Вай. Почему все эти женщины замужем? Миссис Би, миссис Ай, вы должны учить детей слогам, а не поэзии. Почему эти дети так отвратительно медленно растут? Наверное, специально мне назло. Что смешного? А? Выкладывайте быстро! Чего молчите? Я тоже люблю посмеяться! Змея! Это змея! Кто из вас хотел меня отравить? Кто? Матильда! Я так и знала! Ошибаетесь, это не змея, это тритон. Что ты сказала? Тритон, мисс Транчбул. Встань ты! Шарик паршивой овцы! Ты это сделала! Нет, мисс Транчбул. Ты сама придумала? Или вместе с сообщниками? Я этого не делала. Не понравилось душегубке. Думала, что отомстишь мне. Так вот я тебя отомщу, детка. За что, мисс Транчбул? За тритона, тупица! А я вам говорю, это не я. Даже если не ты, я все равно тебя накажу. Потому что я большая, а ты маленькая. Я права, а ты нет. И ничего не попишешь. Лживая негодяйка. Твой отец жулик. У вас самая отвратительная семейка во всей вселенной. Что смотришь, я не права? Я всегда права. В этом классе, в этой школе я есть бог. Ой!